Полный бак адреналина заправили участники открытого чемпионата Омской области по ралли «Омск-2014» и первого этапа авторалли «Надежда» для инвалидов-автолюбителей. На площади областного экспоцентра проходит последний инструктаж, прослушав все наставления опытных водителей по машинам и в путь. И первым на дистанцию автомногоборья уходит Вадим Варфоломеев. Все фигуры выполнил достойно. Вслед за ним – Алюнин Александр. В центре высшего водительского мастерства ребята занимаются 2 года и за рулем чувствуют себя довольно уверенно. Но сегодня все-таки волновались. Волнительно, конечно, но просто у нас давно не было тренировок. Вот поэтому волнуемся. На старт вышли 27 экипажей, которые изъявили желание участвовать в чемпионате Омской области по ралли. И теперь старт дан всем им. Победители определились по прохождению первой стартовой фигуры слалом. На площадке фигуру нужно было пройти по схеме, на скорости, а на финише показать мастерство габаритной подготовки, то есть не сбить стоповую стойку. Мне просто интересно, потому что я здесь первый раз, и мне интересно все, что здесь происходит. После прохождения стартовой фигуры автолюбители разделились на 2 класса – стандарт и спорт. Первые отправились по маршруту дорожной книги по улицам города Омска. Класс «Стандарт» мы их назвали. Это 120 километров по городу Омска. Это ориентирование. Средняя скорость 25-35 километров, ну, средняя где-то в городе. То есть они едут по правилам, ничего не нарушают. Они должны пройти определенный маршрут за определенную норму времени. Гонка состоялась, и вот ее итоги. Победителем в классе «Стандарт» стал экипаж номер 16. Пилот Погуляева Оксана, штурман Кутузов Александр. Во авторалли «Надежда» 2014 победителем стал экипаж номер 35. Пилот Рожковский Валерий, штурман Бондаренко Максим.